Приветствую вас, друзья, с вами по-прежнему Римас. Давайте в этой серии мы посмотрим, сможем ли мы загрузиться старое сохранение, да, которое мы с вами проходили. Это компанию за Рим. Компания за Рим у нас довольно долго, 163 ходов мы прошли, и мы захватили почти треть мира. Что ж, пробуем. Я сразу хочу вас предупредить, возможно, мы сейчас с вами вылетим, потому что я еще не грузился с этой компанией. И хочу отметить то, что после всех патчев, именно после дополнения императорского издания, загрузки у нас происходят быстрее, чем это было ранее. Возможно, ребята оптимизировали, да? Смотрите, как быстро все проходит. Тут же... Мы даже и не вылетели. Прекрасно, отлично. Что ж, загрузились, это хорошо. Второе. Давайте проверим, все ли работает. То есть мы можем перестроить, например, главный город на гарнизонный. Я имею в виду... Нет, не можем. И смотрите, римский урбс. Пища минус 12 и еще влияет на общественный порядок. Как вы знаете, в императорское издание это дело пофиксили. Возможно, города будут потреблять пищу, да, там они потребляют. Но влиять на... то есть влияние помоек на общественный порядок никак не отражается. То есть это дело убрали. Поэтому, ну, не знаю, друзья, не знаю, есть ли смысл продолжать при вот таком раскладе, да, то есть будем мы играть по старой схеме, а римский поселок, то есть здесь все по-старому, даже римская деревня. А после обновления нам дается выбор, да, там строить какое-то там рыночное поселение, либо сельское хозяйство, либо еще... В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ну что ж, я не знаю. Продолжать нет, пишите в комментариях. Если да, то, пожалуйста, продолжим. Если нет, то... А мое мнение нет. Нет смысла продолжать, потому что, ну, по старой схеме, тем более тут неправильно все сделано. Вообще изначально, наконец, это дело поправили. То, что вот помойки влияют на общественный порядок именно в больших городах. Поэтому иногда я просто строю только города уровня 2. А уровня 3 я никогда не строю, там мало где строю, да, если только в Риме, там, в столице, еще где-то. Ну, вот такой вот небольшой дисбаланс. А что касаемо войск, возможно, все поправки войска ребята поправили, скорее всего. Да, бонус против пехоты 0. Ну да, как это и есть. Угу. Ладно. Пишите комментарии. Мое мнение, блин, не знаю. Неохота начинать кампанию со старыми фишками. Охота играть именно в игру, где там уже все нововведения были добавлены. Пишите комментарии. С вами был Римас. Скоро увидимся. Всем удачи.